Мы от Объединения ветеранов Афганистана поздравляем всех защитников Отечества, кому приходилось непосредственно защищать интересы нашей Родины на разных ее рубежах. Но в первую очередь хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в разных конфликтах, коих было очень немало, пожелать всем здоровья, радости, удачи, без которой нам всем не жить. Ну и семейного благополучия. Семья – это основа, это ячейка общества –